одна я, у меня 8 миллионов, точка вот эта, расходов 8 миллионов, миллион места одно, миллион места второе, 2,5 хотя бы мне зарплата миллионов, уже 4,5 миллиона, 612 тысяч фонд социальной защиты. Это мне отработать надо, у меня волосы дыбом встают, я ночью не сплю. А потом поедь еще на белорусское предприятие, еду на комбинат, да. Если я беру, еще 20% заплати НДС. Все говорят, будем работать на остатках. Нам разрешили. Но вы, я вам пример приведу и все. Значит, представьте, я торгую кофточками. У меня 200 наименований кофточек. Все размеры 56, 58. Люди приходят, 46 спрашивают, нету. Я налоги плачу 2 миллиона, я аренду плачу 1 миллион. До марта месяца. Вы мне скажите, если мы выходим на работу, торгуем до марта месяца, только платим налоги и аренду. Что мы будем иметь? Ничего. Подписи мы сегодня соберем 1000 штук, отправим им, неделю будет идти туда, там неделю они будут пересматривать, потом отправят в Министерство торговли, там еще через месяц они нам дадут ответ, через месяц. Вот. Мы им должны сегодня сказать, что дайте нам работу. Все, вы согласны? Да. Добиться, конечно, чтобы нам не налагали эти 20% на остатки, и все, пойти сложить документы. Ни начальник налоговой, который был здесь в ВАЕ, вот, ни начальник торговли горисполкома, вот, тоже присутствовало все, и идеологический отдел, никто не захотел с нами сегодня разговаривать. Мы деньги им платим, они нас, то самое, а нас, они игнорируют.